Потому что, как ты описывала, у вас совсем другая ситуация. Ну, человек говорит, я тебя приеду на проект, заберу в Италию, ну, будем жить вместе. Если человек хотел бы быть со мной, он бы хотя бы раз мне написал бы. Ну, он тебе написал. Нет, я прилечу, заберу тебя. Но я была в Италии, это потому, что он мне ни разу не написал. Совсем другая фигня. Подожди, я была в Италии. Если бы была жена, там, дети. У него есть девушка, он встречается. Да, это все фигня, понимаешь? В смысле фигня? Если он тебе пишет такие вещи, что я приеду в Россию, тебя заберу к себе, и ты говоришь, я буду с ним общаться. Мне никто такой фигни не пишет. А после этого я при тебе ему прислала сообщение и сказала, что меня больше не... Не хочешь, чтобы я с ним общался, если тебя это задевает, и ты не понимаешь, что это просто родной человек, с которым меня ничего не свяжет, просто то, что у нас были отношения, и мы стали близкие, потому что семья моя знает ее, и периодически все общаются, и я не могу не общаться, там, периодически раз в полгода сказать спасибо на поздравление. Тут совсем другая фигня. Это уже какая-то баш на баш с твоей стороны начинается. Ну хорошо. Тебе можно, мне нельзя. Ну, моя семья тоже общается с бывшим, и что? Ну ты уже сейчас начинаешь придумывать. Нет. Мама моя хорошо относится к нему. И они общаются, они на связи. Что ты хочешь от меня, солнце? Ничего, я говорю, что будут такие отношения. Ты переписываешься с бывшей, я с бывшим. Ну, это ни к чему хорошему не приведет. Ну, видишь? Я сказал, надо приложение поставить.